Мы с вами достигли 5-го уровня. А как раз на 5-м, 10-м и 15-м открываются какие-то новые улучшения для наших пушек, а также улучшения для машин. Кстати, для прокачки не обязательно гнать тачку к Джиму. Это можно сделать и в нашем гараже. Шаблоны. Это вот это особое улучшение. Ну, нам доступны две предустановки. Ну, давайте тогда вот эту купим. И сразу же на этой тачке и поедем. А поедем мы с вами в оружейный магазин. Давайте посмотрим, где у нас ближайший находится. Ага. Недалеко отсюда. Не особо я почувствовал какую-то разницу с этим тюнингом. Кроме внешнего вида тачки, ничего особо не изменилось. Ну, кстати, неплохо тачка выглядит. Секси. Подождешь, приятель. Сейчас я быстренько в магаз заскочу. Где тут вход? Ну, показывайте, что там за улучшение. Так. С этим улучшением у нас повысились чуть-чуть характеристики. Но сейчас я немножко пожалел, что прокачал именно пистолет. Надо было лучше автомат или РПГ. А теперь на них уже бабок не хватает. Ладно, что теперь поделаешь. Можно было бы, конечно, загрузить сохранение, но что-то не хочется. Ну а сейчас мы едем туда, куда я изначально установил метку. Я хотел сфоткать тут какое-то местечко. Это специальные объекты, которые открывают Fast Travel. Я так понимаю, надо сфоткать вот это граффити, что ли? Вот у меня камера на телефоне. Змей Горыныч какой-то. Так, ну и что? Ничего не происходит. Может быть, я что-то не то фоткаю? Может быть, и не граффити вовсе надо? А что тогда спрашивается? Здесь больше ничего такого бросающегося в глаза нет. Хм. Может, что граффити сфоткать? А это скелет кота с гитарой. Судя по его шляпе, он мексиканец. Или испанец. Тоже нет. Метка же сюда указывает. Ну, давайте попробуем заведение сфотографировать. Ни-фи-га. Ну, давайте тогда в другое место съездим. Чё-то я здесь так и не понял, что надо сфоткать. Если кто-нибудь в курсе, ребят, напишите в комментах. Ну, сейчас до другого места доедем. И вот мы на месте. Что это у нас за здание такое? Сейчас мы к нему подойдем поближе.
Ну вот здесь уже более понятно, что надо фоткать. Да что вы, издеваетесь, что ли? Что вы хотите от меня? Что тут еще фотографировать? Кобздец какой-то. Может быть, надо под каким-то специальным ракурсом? Вот. Но мы слишком далеко. А когда я вплотную к этой стене стоял, она почему-то мне нифига не писала. Давайте подойдем поближе. А теперь слишком близко. Они издеваются. Аллилуйя. Здесь удалось сфоткать. Давайте приступим к следующему заданию. Отведи меня в церковь. Нам нужен штаб для нашего стартапа. И съемная квартира для этого не подойдет. Ну да. Согласен. Hey, just a reminder, we're having our first company meeting in a bit. Don't be late. Company meeting. Nice euphemism. I'll be right there. Я уже еду. А, кстати, быстро переместиться туда нельзя? Во время миссии нет. Окей. Тогда чудо монтажа нам поможет. I don't know, guys. What do you think? I feel like there's a lot we're missing. There is, but it's enough to go on for now. What about criminals? Don't we kind of need more than three if we want to call this thing an empire? There's four of us. Oh, are you planning on shooting anyone? After that party, I think I'll stick to metaphorical blood on my hands. Yeah, that's less useful when people try to kill us. Nina's right. We need more people. We'll look more legit if we have a home base. You saying we're not legit already? Oh, I love you, but I'm allergic. Yeah, point taken. All right, let's brainstorm. What would our place need? I gotta be able to host some parties and have more than a fucking galley kitchen to work with. I want to be able to set up a proper garage to work in. I don't think Sergio's gonna be letting me near the forge anytime soon. That's good. What you got? I don't know, a ball pit? I'm joking. Kind of. I'm kind of joking. It needs to be defensible. We pissed off a lot of people, and let's not kid ourselves. They're gonna try to kill us. You're fun. Hey, man. Just being real. For me, we need it to be cheap. We don't have a lot of cash, so we'll probably be looking at a fixer-upper. So, we need an open space for the interior, a decent plot of land to build a garage, it's gotta hold up in a firefight, and it's gotta be dirt cheap. Yeah, I'm not gonna lie, it's gonna be a bitch finding. I got it! Holy shit, we are so good at this. There's an old church, near Fort Cullen. The sanctuary is huge. I can turn the rectory into a garage. It's condemned, so it's cheap, and it's got a fucking graveyard, so we can stash the bodies. You fucking rock. What are we waiting for? Let's check this place out.
Let's go. I'll drive. Where is this church? Up on 3rd. Oh, that place. Поэтому нашу банду называют «Цветы с третьей улицы». Guys, look at these pictures. The architectural details look amazing. Let me see. Nina, this place is in ruins. I said it was a fixer-upper. There's a fine line between fixer-upper and money pit. Relax. The listing says it's being restored by a developer, John Bland. John Bland? The real estate king of Santa Elisa? Is he the guy on all those billboards? Why does a guy that into self-promotion stick with a name like Bland? Bland is no Roger McGillicuddy, but he does restore the place, and we can still get it for cheap. It might work out. Assuming the restorations preserve the original facade. You're not gonna worry about preservation when I put in my state-of-the-art kitchen, are you? We can discuss that later. Судя по всему, эту церквушку мы и видели в начале игры. Да, это она самая. That's a lot of heavy equipment for a renovation. Looks more like a demolition crew. He's gonna restore this place in the condos. Not if we do something about it. Придется свернуть эту стройку. Экскаватор нам в этом поможет. Just gonna move. Who wants to demo a demo crew? Осторожно. Техника совсем взбесилась. Какая разрушаемость. Все разносится просто в щепки. Только бы нашу тачку не задеть. Я наведу тут порядок. Всегда мечтал быть строителем. So much for that demolition crew. Attention! This property is protected by Marshall Defense Industries. Park the bulldozer and come out with your hands off. What the fuck are these Marshall rent-a-cops doing here? Shit. Bland must contract with them for security. Oh, fun. Hang tight. I'll take care of them. Я вас раздавлю. That went well. Лучше валите отсюда. Целее будете. Китайская техника. Marshall's down, but they'll be back as long as Bland owns the deed to the property. Then let's get him to sell. After this? Not likely. It'll shake him down and make him hand it over. The idols used to do stuff like that all the time. Good call. Kev, you're with me. Where's Bland even at? Let's call the number on those billboards and find out. Bland here. One sec. Mr. Mayor, been an honor talking to you. Sounds like he's at City Hall. All right, who's this? Mr. Bland, I'm calling to take that old mission church off your hands. Huh? Wait, are you the asshole who just wrecked my demolition site? Listen, fucknut, you set foot on one of my properties again, I'll make sure you can't buy so much as a tool shed in this town. Well, that was uncalled for. Let's go take his ass for a little ride.
Он теперь не только своей собственности лишится, но и своей лысой головы. Same dickish face as the billboards. Да, его трудно с кем-то спутать. I had one just like this. Hi there, me again. You gonna make this easy and give me the deed to the church? You go fuck yourself. Bad answer, John. I hope you don't get carsick. Let's show this shitbag a little Santo Eliso drift. Отличная мысль. Давай-ка я тебя покатаю, Бланде. What are you doing? What are you doing? Тебе нравится опасная езда? Наслаждайся, мужик. Кстати, забыл предупредить. У меня нет прав. Jesus, stop the fucking car! Going for the door. Speed up. Ну как тебе, Бланде? Еще не наложил в штаны? Тогда продолжаем. Просто перепиши на нас эту церковь и свой загородный домик, и мы тебя отпустим. Давай, давай. Я побил твою дорогую тачку. Прости. Ты сам напросился. This don't concern. Yeah, John, we are. Now give us the deed. No way! Okay. Guess we're gonna have to play hardball. Whoa, шоссе. Опасное место, скажу я тебе. Мне еле удается лавировать между встречным трафиком. This is how you do business. That's right, man. We're local. Just give us the deed. No. Guess the ride's not over yet. Да чего ж ты неугомонный? Раз уж и это на тебя не действует, придется нам применить другой метод. Unless we get what we want. Think he can handle a little airtime? Oh, да. Иху! Как тебе, Бланде? Давай, просто перепиши на нас церковь.
Давай, просто сделай это. С вещами надо расставаться легко. Ой, где эти трамплины здесь? Вы бы хоть бы на миникарте отметили бы, чтобы я тут не ездил, не искал их. Вот еще. Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании. That worked great. We got the deed and a briefcase. Yeah. Plus we blew up some shit, did some sick drifts and stole the church. All in a day's work. Ready to head home? Home? I like the sound of that. Ooh, I'm gonna post about it. Yada yada da, yada da da da. Hashtag take me to church. Hashtag new digs who dis. Hashtag list. And posted. Oh, look. I already got a like. Seriously? How many followers do you have there? DJ Kev has his fans. With a celebration of Synthwave. Поделись со мной своими подписчиками. Мне они тоже очень нужны. Новый 6-й уровень. И, само собой, новый навык. Строгая мать. Дает временный прирост ХП, чтобы выдерживать больше урона и избежать оглушения. И как раз у нас под этот навык последняя свободная ячейка осталась. Маршал backed off. You get the deed? Yep, we got the dude's whole briefcase. Let's get inside. You got the keys? Keys? No, just the briefcase. No problem. I'm sure I can get in through a window or something and open it up. Why don't we just break down a door? Not my door. Whoa, calm down, Dad. Do you know how much a door costs? We own this place. We have to pay for that shit. Логично. Тогда поищем другой вход. Nina was right. This place is awesome. Пока еще нет, конечно. Тут надо хотя бы подмести. Hey, check it out. Cool graveyard. Yeah. Hang on, I'm getting a call. Oh shit, you better hear this. Hi, Kevy. We saw your post. Congrats on the new digs. We adore your takedown of that gentrifying dick. Who is that? The collective. The idols want to throw you a housewarming party. Fuck. Their parties get violent. No thanks. I wasn't asking. Duh. See you soon, Kevin. I'll get the door. Hang tight. Так. А как вниз спуститься?
Что-то я тут не вижу лестницы. Спрыгивать тут опасно. Высоковато здесь. Колени сломаем. А, вот сюда на балкончик можно спрыгнуть. We've got company coming. Have you seen what's in this briefcase? Not now, Eli. Get inside. And maybe revisit your stance on guns. У нас не прибрано, а к нам уже заявились гости. Причем без приглашения. Не сегодня, ребята. Давайте поможем Кевину. Мистер Голый Торс попал в беду. Сука, сбила меня. Да ее красота еще раз. Вставай, приятель. Не время сейчас отдыхать. Я иду. Долбаный Эмма. В рукопашную на меня кидаются. Этот мудак достал меня. Got him. Hell of a housewarming. Guess all that's left to do is check out the new digs. Yeah, okay. Dead bodies notwithstanding, this place is pretty great. Right? There's a lot of potential here. A lot of work to do, but still. We're actually gonna do this, aren't we? You goddamn right we are. Well, at least we've got a cool logo. I'll take it off the whiteboard. We need a name.
The Saints. We call ourselves the Saints. Вот такая вот история появления названия банды. Да уж. Ну, теперь здесь располагается наша штаб-квартира. Можем здесь менять пушки и брать нужные точилы. Чё там за сведения? А, сейчас, погодите. Умение там какое-то открылось нам. Неиссякаемый источник. Вы никогда не потеряете энергию, за исключением случаев, когда вы применяете навык. А эта самая энергия как раз и идет на применение этих навыков. Хорошо, окей. Как тут спуститься вниз? Это я по кругу прошелся. Вот она, лестница. Я хочу зайти в арсенал. У нас почему-то нету с собой винтовки. Хотя я до этого всюду с ней бегал. Не винтовка, а зонтик. Конечно же. Так, еще хочу взять тачку. Новых машин в гараже у нас не появилось. Хочу взять вот этот джип. I bet curators get shot at a lot less than I do. Так, что у нас дальше? Интерьер. Собственно, никуда нам ехать и не надо. Задание мы получаем здесь. Place has so much potential. I can't wait to decorate. I've got a list of stuff that'll really complete the vibe, you know? We don't exactly have the budget for home decor right now. No problem. There's a nice cheap way. Come with me to Fort Cullen and I'll show you. There's a bunch of cool collectibles around town that would look amazing in the church. All we have to do is find a thing we want, snap a picture, and boom. It'll just show up there. Really? How does that work? It works. Yeah, but how? It just works. Don't overthink it. Do you know someone with like a 3D printer or something? I do, actually. Remember Teddy? Your ex? The guy with the ponytail? Other ex Teddy. The woman with the mohawk? Слава яйцам, что это девушка. Это вообще-то Тедди, это мужское имя. Ну там, знаете, медвежонка так звали. Кевин у нас не из таких. Right, so here's how it works. I think the Western Golden Cannon would rock at the church. Just take a picture of it. Mm-hmm. Сейчас. All right, let's head back and see what we got.
So, Teddy, she was cool. She still is. I was thinking maybe next time we do a karaoke night, I'll invite her. Unless she's back with Melissa, of course. Ugh, Melissa. She has a good heart. Возвращаемся в церковь. Сейчас мы тут у нас немножко украсим наше место. Nice. That looks badass. Keep a lookout for the rest of the shit on that list, huh? This place has so much potential. Коллекционные предметы святых. Находите коллекционные предметы и делайте фотки, чтобы украшать свой штаб. Приложение коллекции. Просмотрите собранные коллекционные предметы и узнайте, как найти остальные. Много достаточно предметов. Они отличаются по размеру. Есть подсказки, где искать каждый из них. Надо что-нибудь найти, я думаю. Большие предметы, я думаю, искать легче. Потому что маленькие не так бросаются в глаза. Но в принципе, что найдем, то найдем. Поехали. Чисто случайно я наткнулся на баги, который нас просил найти Джим. Джим Робс. Hey, JR, I got you a hammerhead. All right, just leave it there on the side. What else you need? The idols have an off-road buggy they call the Desert Devil. Can you get that for me? I seen them riding northeast of town around the mesas. If it's out there, I'll find it. Сейчас мы его угоним. Вон отсюда. How far am I from Jim Robs? Конечно, за нами погонятся айдолы. Поэтому надо как можно быстрее добраться до мастерской. Вот и они. Но мы будем их таранить тогда. Much obliged. What's next? How about an attrazione? That's not an easy car to find. Well, it just so happens I got a particular one in mind. Belongs to Levi Marshall. Marshall as in Atticus? His nephew. That little turd caused me grief to no end during his summer internship.
He's a student at that fancy art school in Marina del Lago. Gotcha. I'll check the parking lot next time I'm over there. Я думал, все, пригоню им этот багги, и он отстанет от меня. А он, походу, до бесконечности будет эти задания раздавать. Вот, я нашел какой-то объект. Непонятно, что это такое. Какой-то жук с рулем. The worst thing I've ever seen. Статуя жука. Эта мелкая козявка думает, что она управляет машиной. Смешно. Выглядит в любом случае поинтереснее, чем эта пушка. Сейчас мы с вами ее заменим на жука. Ну, забавно, что сказать. Прикольненько так.